о том, куда я пропал и как пережил три худшие недели в своей жизни. Ну, короче, дело было так. Ну вот, наконец-то и наступил апрель. Скоро 16-е, у меня день рождения будет, порадую своих подписчиков новыми роликами. А сейчас пора приниматься за работу. Так все и случилось. Мало того, что я нигде не лазил, так еще и простудился в собственной квартире. В квартире настолько душно, что через минуту нужно уже по новой было проветривать. Ничего серьезного, казалось бы. Как же сильно я ошибался. В итоге, 3 недели температуры под 39, воспаление горла и просирание всего на свете. Вначале я испугался, потому что думал, что словил ковид. Вызвал врача и выдохнул. Простая ангина. 2 недели на уколах сидел и других лекарствах, а 16 апреля у меня же должна была быть днюха. Провел я свой день рождения в кровати, пичкая свой живот всякими таблетками от температуры, от горла, от всего. Так сильно я еще никогда в своей жизни не болел. И очень рад, что наконец-то выздоровел и возвращаюсь к вам на YouTube. Болеть не круто, народ. На этом видео заканчивается. Я вам, в принципе, объяснил, где я был. Ангина у меня была. Возможно, заберу что-нибудь в ближайшее время. Следите за новостями и не забывайте прожимать подписку и колокольчик, а то из-за этого, возможно, у вас уведомления не будет. А, и чуть не забыл кое-что вам рассказать. Это видео я пилил уже 3 дня, потому что недавно у Ликаночки вновь случился приступ жажды крови. Я сейчас убью всех, блядь!